Вы столкнулись с проблемами? Или вы сокрушены горем в вашем жизни? Или вы постоянно расчарваетесь тем, что происходит вокруг вас? Или вы потеряли надежду, так ни для чего жить? Или вы в зависимости? Или вы бесплодны? Вот что Бог говорит вам. Господь говорит к вам. Я не забуду тебя. Ангел тебя приносит вам специальные передачи в прямом эфире, исцеляющие молитвы. Богослужение епископ Джан Арульдас. 26 августа с 15:30 по московскому времени. Во имя Иисуса Христа все будет исцелено.